Работаю, надо обязательно заточить карандаш. Делаю это я на наждаке. Карандаш заточил, видите? Без хорошего карандаша не будет четкой линии. А тут имеет значение каждый миллиметр. Кусочек, который остался от предыдущей панели, чтобы его использовать, я думаю, он будет смотреться неплохо. Я вот так вот соединил и сейчас буду по нему Вот смотрите, тут я положил ламинат, теперь надо с торца заделать, покажи. Вот, но так как здесь высокая высота, где-то около 3 метров, сюда опять показываю. Вот, поэтому я сверху все замечаю, и вот этот вот краешек мне нужно сейчас спилить очень аккуратно. Если обратную сторону пойду. Как? Ну, все правильно.
Вот смотрите, я здесь пропилил, а сюда мне не позволяет, значит, на вот этой пиле, вот этот кусочек не позволяет до стены допилить. Значит, мне придется пилить вручную. Для чего я это делаю? Видите, здесь плоскость вот этого вымерена, вот плоскость этого бруска, этого, это будет вертикаль. А так как они чуть-чуть торчали, вот на будущее кто будет делать, лучше на 2-3 мм вовнутрь вложите вот это верхнее покрытие, чтобы потом вот так не пилить, как я сейчас. Нам как раз задали вопрос, меняли ли мы пилочки на лобзике, на электролобзике на этом, на Маките. Лена, нет, слишком крепкий, вручную не прокатит. Мы еще и не меняли, Юра сейчас достал эту пилочку, хотел ей отпилить. А вот здесь плохо отпилилось, короче. Ну что, девочки и мальчики, у нас близится к завершению, неужели? Торец к завершению. А торец. Еще тут... А еще тут... У балесины. Нас, ну, это знаешь, это конца уже... Край, это другая история. Сейчас у нас пол. И если он завершится, будем дальше что-то делать. Но не лестницу. Лестница — это дорогое удовольствие. Ну и вот... Мало ли что хотела женщина. Главное, что сделал мужчина. Он сделал плитку. А мне так хотелось ламинат. Может, когда-то кто-то сделает там балкончик, чтобы выйти кофе попить. Представляете, сварить кофе внизу, выйти, подняться на второй этаж и выпить кофе. Будьте и кофе. И какао. И какао в постель. Так, мне нужен молоток. Где взять? Что Масик хочет? Масик хочет водочки. Что это? Это фильм какой-то старый-престарый. Так, сверлим на месте. А еще я вам открою тайну. Я сегодня своему мужу говорю, что за привычка растягивать удовольствие? Надо быстрее делать, быстрее заканчивать. Он говорит, смысл? Я говорю, как смысл? Закончил побыстрее, начал, закончил, все чисто убрал. Он говорит, угу, ну и ты новую работу, говорит, сразу же найдешь. Смысл заканчивать побыстрее, лучше растянуть удовольствие. Так, девочки, девочки. Потихоньку рассказываем, какой Юра резинщик. Нехороший человек. Ну при чем тут нехороший человек? Ну любишь потянуть времечко. Как это мне баба раньше говорила моя. У Бога дней много. Да у нас они ограничены, мы же тут все гости. Других не зли, и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире. А если что не так, смирись. Будь поскромнее, улыбнись. Что там дальше, я не помню. Оставь любую щеку, если бью в воду. Зато, когда мы были молоды, вы не представляете, он рвал и метал. Мой папа там тоже любил резину иногда потянуть. Вообще он быстро там что-то делал, но когда хотел. И мой муж говорит, быстрее, быстрее, быстрее. Ну там у них уже свое сложилось. Куда ты торопишься, куда торопишься? Ну вот видите, сейчас пришел его черед. Никуда не торопиться. Мы вообще с Юрой рассчитывали на
на то, что у нас истратится 11 вот таких вот плашек. Как они называются, вот эти вот ламинатины? Доска. Досточки. Я продолжу дальше свою мысль. А так как он использует все кусочки, он здесь состыковывает, то у нас даже, представляете, еще пачки не ушло. А мы рассчитывали на 11 штучек. То есть пачка и еще 2 штучки. В общем, мы экономно тратим. Для себя же делаем. Кстати, саморезы некоторые тоже бэушные мы используем. Ну, некоторые, все вот эти? Нет, они просто заржавели, я посмотрела. Некоторые новые у нас были. Мне кажется, с теплицы мы выкручивали. Ну вот теперь еще эту сторону. Вот эта сторона будет сложнее, потому что надо убирать ступеньку и там наращивать брусок. Но это я покажу. И вот там еще закончить. Вот смотрите, пока здесь сухло, мы там делали торец из ламината. Сейчас только что вы видели. А здесь надо вот это место подмазать, потому что здесь был уголок, как вы видели. Вот. Сейчас попробую подмазать. Нет, запенить надо же. Забыл я, что здесь надо вот эту щель раствором нельзя заделывать, потому что ламинат будет расширяться и может вздебриться. Поэтому я постараюсь ее сделать пеной.